Всем привет! И сегодня я решил сыграть монстром. И что ж, ребята, как вы по названию ролика поняли, что сегодня будете дело не с одним монстром, а тремя. То есть вы сейчас, наверное, слышите, что у меня происходит. Да, все верно, у меня три монстра. Слышите, как где-то вдалеке топает пруд? Мерцает, вот сейчас свет, еще слышно было охотника. Почему-то это эта штуковина почему-то у нас болтается. Да, это никакой не кликбейт. Я сейчас буду, ребят, проходить монстром с тремя монстрами. Да, мне будет очень страшно где играть. И сейчас, наверное, также вот в прошлом видео, когда там мне многие спрашивали, как я это все вот это установил дело, потому что где-то там 5 пруд ходит, слышу. И, короче, как я установил все это дело и так далее. Короче, сделал я это через этот, проще говоря, ну, с помощью одного мода. Мод я оставлю в описании. Скачайте там для версии 1.5.0 для этой. Потом там по инструкциям, там вроде скриншота есть. Если по скриншоту, там инструкции можно посмотреть, как ее устанавливать. Там еще там кидай, короче, на заменить какой-то файл, там просто кидаете там. Потом еще один файл, типа текстовый такой файл там. Кидайте в папку с игрой, и как раз через него там можно там настраивать, там сколько монстров можно поставить, какой корабль будет темный, не будет темный. В общем, сейчас, ребят, я буду играть с тремя монстрами. Как вы сами вот в начале видеоролика поняли, что мне мерцал свет, было слышно брута. Вот сейчас я прям опять слышу брута. Вот он у нас, вот он там у нас за этой дверью ходит. Это вообще не очень никакой не кликбейт, это реально я прохожу игру с тремя монстрами. Так, здесь у нас брут пооткрывал все двери, все понятно. Так, все понятно. Также у нас этот автор этого мода предупреждал, что некоторые монстры будут это типа работать некорректно. Ну, то есть я уже замечал, и не один раз записываю это видео с тремя монстрами, тогда у меня спавнилось только два монстра. Пока не понял, что надо. Короче, просто я в моде писал, чтобы мне спавнились, как второй монстр спавнился как брут, и третий как изверг. А основной монстр, самый первый, спавнился как охотник. Спавнился как охотник. Потому что так проще все это будет и так далее. Вот у нас сейчас что-то брут не может открыть, дверь открыть, он впереди что-то тусуется, он дверь открыть не может, хотя те двери он открывал, а те двери он открыть не может. Судя по всему, он те двери открыл, потому что те он типа на себя открыть можно, а те уже открыть он не может никак. Ну хорошо, ладно. Сейчас я играю как основной монстр, считается у меня охотник, хотя это я уже сказал у нас. И дополнительный монстр как брут и изверг. Еще, кстати, когда я играл, пока у меня было типа два монстра, типа когда еще изверг рядом, свет от фонарика вообще никак не реагирует на приближение того самого изверга, поэтому с этим будет немного тяжелее. Вот сейчас вот непонятно, здесь ли изверг или не здесь изверг. Зато здесь есть камеры. Это будет гораздо сложнее определить, есть ли там изверг или нету там изверга. Охотник, охотника брута мы вот прям все время слышим, как он топает. Сейчас топает прям сюда. Поэтому надо действовать все быстро. Лучше достать сразу два огнетушителя, так как мы имеем дело не с одним монстром. У нас тут три монстра одновременно. Где-то все время слышу брута. Так, охотник. Вот он у нас охотник стоит. Вот где-то брут ходит. Топать сюда. Спокойно. Прям именно ко мне надо.
Спокойно. Сейчас будет прикольно, если сейчас еще и Брут сюда подпритопает. Хотя вроде Брут не реагирует на свет, как и изверг, судя по всему. Я надеюсь, он сюда не заглянет под стол. Хотя это единственное укрытие, и он заглянет. Чё, простите, это сейчас было? Меня просто охотник нашел. Сзади что-то появилось, типа, и потом это Брут заорал, типа, еще там. И все, меня убили просто. Я охотнику ни разу на глаза не попадался, он только меня вытащил, закрытил, меня тоже грохнул. Ладно, давайте попробуем еще раз. Вот, я начал сейчас игру, чтобы убедиться, что вылезет охотник. Охотник вылез и ждал, пока он уйдет. А пока ждал, пока он уйдет, посмотрите, кто ко мне топает. Топает сразу вся компашка ко мне топает. Это просто жесть, ребят. Вот изверг стоит. Сейчас тут еще этот был рядом. Брут. Вот он, Брут ходит. А вот и изверг. Надо за скриншоте. А кто это? Меня скриншот. Тихо, камера. Блин, даже с такого расстояния меня камера палит. Блин. Так, где охотник? Такое ощущение, что он топает где-то вон там. Блин, мне так напряжно вообще. Так, вот смотрите, видите, свет мигает, но сам фонарик ни на что не реагирует. Блин. Видите, какая херня получается, если на меня монстр смотрит, даже вот обыкновенный охотник на меня смотрит, почему-то будто ощущение, что на меня смотрит изверг. Блин, почему такой эффект, а? Реально. Блин, у меня еще нет ни одного кустового предмета. Блин, нет! Меня зажали просто. Давайте еще раз попробуем. Все делаю, все по старой схеме. Убеждаюсь, что я играю против Хантера, ну то есть является... Хантер является главным типа монстром. Да, видите, свет начинает перцать, но при этом фонарик вообще не реагирует ни на что. Что это такой вот один из недочетов является в самом таком моде. Ну вот веселого еще не понравилось, как за мной гнались два монстра одновременно. Сейчас подождем, пока охотник уйдет. Блин, мне еще очень напряжно играть, когда у меня нет с собой огнетушителя. Огнетушитель ведь может мне просто жизнь спасти. Так, все, камера, мне больше не надо, чтобы ты тут мне орал и тому подобнее. Так, камера. Не ори. Вот она, камера. И прям так из-за угла. Торчи спокойно так. Так, я что-то слышал, что что-то. Что-то еще я слышал. Какие-то звуки стрёмные. Так. Вот огнетушитель. Мне бы сейчас не помешало бы взять огнетушитель с собой. Ой, это потому что это самое важное, то, что сейчас мне очень сильно понадобится. Это огнетушитель с собой взять. Средства обороны. Так. Все нормально. Пока все нормально. Так. Изверга не вижу.
Прута тоже не слышу. Вроде пока все тихо идет. Пока все идет тихо. Так, здесь у нас ничего. Блин, вот реально напряжно играть, когда ты играешь сразу против троих монстров одновременно. Да, мне прикалывает, что есть такой классный мод. Давно я этот мод ждал. Так, у нас Брут вон там заспавнился. Но он не может дверь открыть у нас. Брут. Дверь у нас... Дверь у нас открыть не может. Что-то очень печально. Надо бы взять вот эту штуковину с собой. Потому что сейчас нам нужно эти камеры убрать. Так, у нас Брут там застрял, я знаю это место. Вот у нас пытается он пойти как-то сквозь стену. Мне интересно, что в этой комнате, которую Брут застрял, не может пройти. Просто пройти через стену пытается, он не может. Нормально. Так, нормально. Так, бедный Брут, который нюхает пар и ржавых труб. Может он открыть, что это крайне печалит. Сейчас бы еще сюда этого призвать. Изверга бы, вообще было бы классно. Так. Задвигался, да неужели? Брут у нас задвигался. Спокойно, он может спалить меня. Мне этого пока не надо. Где-то там еще охотник у нас ходит. Спокойно. Идем за ним. Спокойно. Главное, не спешим. Хорошо, что у него нет глаз на затылке. Как во многих хоррорах происходит, что у монстров есть глаза на затылке, что они тебя очень легко заметят. Мне кажется, здесь изверг сейчас. Нет, мне кажется. Он пошел в ту сторону. Так, один крестовый предмет, конечно, я нашел, это меня радует. Блин, ну меня не радует тот факт, потому что я нашел слишком мало крестовых предметов. Так, хорошо. Это я еще одну камеру слышу. Ладно, давай-ка мы сейчас. Так, мы сейчас вот это залатаем. Все будет просто замечательно. Это тоже сделаем с собой. Интересно глянуть. Будут ли реагировать те монстры, если я буду, допустим, забегать через плот. И, наверное, только охотник у нас реагирует у нас на звук. Когда те дополнительные монстры у нас вообще не будут ни на что реагировать. Я испугался. Испугался яиц, это жесть, конечно, была. Яйца тоже могут напугать. Мне кажется, я слышал, как охотник вылез. Будем надеяться, что мне лишь кажется. Если что... Здесь у нас что? Здесь у нас пусто. Капец, меня напрягает играть против троих монстров одновременно. Против троих. Не знаю, где пропали те двое. Возможно, где-то там ходят у нас. Внизу, может быть, может. Где-то снаружи. Не знаю, но его я побегу в другую часть корабля. Мне это будет спокойнее вообще. Так, канистру я, пожалуй, выброшу. Пускай она здесь валяется. Так, теперь мы с вами отправимся вниз. Так, хорошо. Впихай сюда нашу знаменитую фару.
И пожалуй-ка давай-ка мы сейчас вот это тоже заюзаем. Так. Так, теперь нам сейчас нужно... Так, это мы все сделали... Господи, я даже немного испугался. Так, это у нас все здесь есть. Ну-ка, что у нас тут? Еще один предохранитель. Блин. Еще яйца здесь. Зашибись. Лучше уйти с этого дурака подальше. Лучше здесь пока не находиться. Ах, бог, ты честно у меня пофиг. А просто в меня уперся. Пусти меня. Окей. Буду чисто на меня пофиг. Он просто ходит за мной и все тому подобное. Типа сопровождает меня и тому подобное. Если Бруту на меня, оказывается, было пофиг, то походу и с Изергом такая же ерунда. Странно. Почему он меня это? Почему он меня не атаковал? Хотя вот когда я снимал реакцию, на меня из-за меня и Брут шел, и охотник шел, и Изверг шел. Наверное, когда если охотник меня видит, значит и вот этот Брут меня тоже увидит. Я так думаю. Так, все понятно, все понятно. Так, так, так. Здесь у нас ничего такого нет. Я опять Бруто слышу. Оказывается, Бруто чисто на меня пофиг. Значит, получается, Изверг, да, будет чисто на меня тоже пофиг. Надо потом посмотреть это. Ё-моё. Вот это, конечно, был нежданчик. Ты чё, подумал, чё на меня Брут не бежит? Ему чисто пофиг на меня просто. Когда есть, получается, если охотник меня заметит, блин, то Брут меня тоже заметит. Да? Давай-ка найдем Брута. Где он? Вот он ходит. Ну, Брута, вот он стоит. Охот! Брут у нас немного заглюченный. Бежит совсем не в ту сторону, а вот охотник? Нет, охотник за нами уже бежит. Блин, 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 блин. А вот и у нас Изверг. Блин, а у нас Изверг не может пройти через дверь вообще. Изверг. У нас Изверг не может через дверь пройти. Хорошо, что я нашел еще один дополнительный фьюз. Найс. Понятно, почему Изверга найти не могу. А у нас просто, оказывается, здесь заспавнился. Свет у нас мерцает, тому подобнее. Извергу на меня чисто. Так, ну-ка, что если мы сейчас... Блин. Блин!
Нет. Нет. Зараза. Выскочил внезапно, блин. Поймал. Ну ладно, ребят. Давайте пройдем в другой раз. По крайней мере, мы кое-что узнали. Вот эти монстры нас не атакуют, пока нас не заметит охотник. Пока нас охотник не заметит, и то видите, что получилось. Если за нами гнался охотник, Болт как-то странно себя вообще повел. Бежал вообще, убежал наоборот от нас почему-то. Ну, такие у нас дела. Если что, может, еще раз пройду с тремя монстрами. Ну, а пока давайте мы с вами на этом закончим. Да, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если вы здесь впервые, подпишитесь на канал, если здесь еще не подписаны. Что, всем удачи и всем пока.